надо здесь и не можем порешить, кто же за реку уйдет, кто останется прикрыть. И товарищ комполка, грустно взгляд свой отведя, говорит: «Останься, Ваня, вся надежа на тебя». А потом он говорит: «У тебя движок подбит, а глаза на мокром месте, у него душа болит. С бледно-мертвенным лицом я держался молодцом, отвечаю ей так точно, правым выгляжу бойцом». Подтащили на тросах и поставили в кустах, все ушли, а я остался, и со мной остался страх. Не подумайте, чего, не боюсь я никого, но один с такой вот дурой не управится никто. Выстрелить лишь раз смогу, ладно, если попаду, а потом взорву машину. Не досталось, чтоб врагу, я не знал, как мне крути, сидя в танке у реки, что немецкую колонну стерли в пыль штурмовики.